нас сейчас есть бархатцы, бессмертники, анютины глазки. И к ним в компанию петунии и календула. Это пока на дворовой клумбе бледная зелень. В июле она превратится в цветущее желто-оранжевое солнышко, рассказывают девушки. А на клумбе соседней поплывут два лебедя. Только сначала птиц из автопокрышек нужно привести в порядок. Жена будет смотреть, когда все зацветет. Вот красиво. Ну, примерно они так выглядели. Было очень красиво. После зимы все, к сожалению, подмерзло. Все стало мягкое. В конкурсе «Цветущий город» двор по Преображенского 41А участвовал и в прошлом году, но призовых мест занять не удалось. В этом году еще одна попытка. Правда, удивить строгую комиссию для жителей дома не самое важное. Когда мы все доделываем, когда гуляют детки около наших красивых цветочков, все дети наши уже привычны к тому, что нельзя ломать природу, надо беречь все, надо, чтобы цветочками ухаживать. Мы поливаем вместе с детьми. То есть у нас не просто мы, да, взрослые для себя, мы делаем для наших детей. И конкуренты на победу в конкурсе у этого двора уже есть. В городскую администрацию поступило около 20 заявок. В основном участники – это детские садики. И, значит, соответственно, некоторые жители особо активные. Это, вот, например, женщина у нас есть с Ярославской, 17А. То есть они уже каждый год участвуют, и действительно двор заслуживает внимания. Однако украшают Вологду не только силами жильцов. Городские власти уже заявили, в этом году общественные клумбы украсят 2 миллиона цветов, вдвое больше, чем в прошлом году. Кроме цветников, в Вологде планируют создать и необычные композиции. Эти необычные лебеди – вклад властей в конкурс «Цветущий город». Оригинальные цветочные композиции уже начали появляться в Вологде. Так, к примеру, на улице Чернышевского появились бабочки, а на улице Герцена установили зонтики. Еще больше оригинальных цветочных композиций появится в Вологде ко дню города. Цветочный паровоз на площади Бабушкина, крот в конце улицы Чернышевского. Пока это только проекты на бумаге, но совсем скоро их воплотят в жизнь. А если и вы хотите стать участниками конкурса «Цветущий город», вы можете оставить заявку по телефону 72 15 34, а также на официальном сайте администрации города вологдапортал.ру. Александра Артамонова, Игорь Трифонов. Новости Вологды.